Хорошая игра, хочу сказать, результат закономерен. Обе команды создали достаточное количество моментов, и то, что результативная ничья, будет справедливо, наверное, как для одной, для второй команды. Было бы обидно по такой погоде кому-то проиграть. Для такой игры, для такой погоды, конечно, я считаю, темп был достаточно высоким. Да, где-то было тяжеловато, но молодцы, дотерпели, на последней минуте вырвали эту ничью. Поэтому благодарен ребятам за это. По такой жаре было важно сохранить силу до конца матча, до последних минут. Удалось ли это сделать? Ну, по такой игре, во-первых, нужно хорошо контролировать мяч. Моментами нам это удавалось, моментами нет. В первом тайме были несколько моментов, когда мы на несколько минут брали хорошо под контроль мяч, играли быстро, тогда у нас получалось, создавали моменты. А так, да, было очень тяжело, и что-то усиливать как-то игру было, ну, тут уже только морально-волевые качества. Ваша позиция как тренера 2-2, это счет закономерный сегодня? Или... Ну, я уже сказал, что нулевая ничья здесь бы, конечно, была не закономерным результатом, а 2-2, даже может быть 3-3, вполне. Моментов команды создали достаточно, как мы, так и Брест. Гол в раздевалку на последних минутах первого тайма, насколько он повлиял вот, на концепцию игры уже после первого, второго тайма? Ну, конечно, всегда неприятно пропускать на последней минуте тайма, но чтобы что-то так по психологии ударило, этого не было. Мы во втором тайме тоже вышли, гнули свою линию, пенальти, конечно, тоже, скажем, из-за своих ошибок мы получили 2 гола, а так в целом контролировали ход игры. Поэтому мы ответили руку тем же на последней минуте. Да, сегодня у нас 2 парня играли первую игру за дубль. Артем, если Дрыкун, конечно, тут тяжело оценивать, он сыграл всего 1 минуту, то Саша Савицкий играл целый тайм. В принципе, я доволен его действиями, не тушевался. То есть он не выпадал из командных действий, поэтому я очень доволен. И будут еще ребята еще подключаться с 2004 года. Поэтому все впереди у них. Ну, блин, погода. Вообще жарко, очень тяжело было играть. После замены еще я как бы вышел, вообще тяжеловато. Забили гол. Могли, конечно, раньше забивать. Но не за вынужденные ошибки пропустили. Сразу появились проблемы. Пропустили 2-й гол, но парни молодцы. Отыграли все, терпели, забили 2-й, вытащили еще. Гол в раздевалку не подкосил команду? Ну, думаю, какие-то появились моменты. Ну, думаю, тренер сказал, что раздевалки настроил на 2-й тайм. Все стараются. Какие сложности были в игре? Понятно, что жарко сегодня. Да, что да. Еще? Как соперник оценишь игру? Ну, соперник сильный. На 3-м месте они, по-моему, там в таблице. Тоже все. Ну, молодые парни стараются, играют. Мне кажется. Если сравнивать 2 тайма, какой вот запомнился больше? Ты вышел на замену, да, но все-таки первый тайм ты наблюдал с скамейки. Не, во втором тайме больше пошла игра такая с атаки в оборону. Там в первом как-то контролировали атаки, позиционные были, а в конце уже бегали с атаки в оборону, там как бы уже никакой тактики особо не было. Как считаешь, 2-2 это счет по игре, либо мог быть другой развитие событий? Соперник тоже много простил, я думаю, ну, да, как ничья это правильно. Должны были выигрывать, хотелось всем. Тем более дома идем без поражения, ничья. Как получилось?